Всем привет, друзья! С вами Влад, канал Тапки с пробегом. А это, как вы уже знаете, новенький Havel Darga, который безупречен во всем. Представляю вашему вниманию дерзко-оранжевый Havel Darga в самой полной комплектации Tact Plus. Самый дешевый переднеприводный Havel Darga вам обойдется по стоимости 14 888 тысяч тенге. Если вы захотите вот такого вот красавца в максимальной комплектации, цена его будет 18 888 тысяч тенге. Здесь стоит новый 2-литровый турбированный двигатель с мощностью 192 лошадиных силы. Способен разогнать данного красавца до 100 км за 9 секунд. Максимальная мощность по скорости 180 км в час. По крайней мере, стоит на спидометре, но я думаю, наверное, он может выжить куда больше. Трапециевидная решетка радиатора, светодиодные передние фары, панорамная крыша, камера в 360 градусов. Это только та малая часть, которая есть в комплектации данного Havel Darga. А точнее, сам... Ребят, реально, сижу в этой тачке и просто кайфую. Вы только посмотрите, какой шикарный вид. Панорамная крыша. Просто обалденно. А эти сиденья... Они с подогревом и передние, и заднего ряда, где ваши пассажиры тоже будут просто в восторге. А здесь электрические сиденья и вниз, и вверх. Просто обалденно. Также надо не забывать, что здесь есть еще функция массажа. На далекие расстояния, когда вы будете ехать, вы будете просто кайфовать. Ваша спина не будет уставать. Почему бы и нет, это тоже очень здорово. А также тут еще мультируль. Управление музыкой. Вы просто не отвлекаетесь от дороги. Это тоже очень здорово. Так что, друзья, я просто кайфую от этой тачки. Семиступенчатая роботизированная коробка передач. 7 подушек безопасности в этом автомобиле. Фронтальные, боковые и передние его ряда сидений. Плюс шторки по всей длине автомобиля. Дополнительная подушка безопасности, друзья, имеется под рулевым колесом, которое оберегает голени и колени водителя. Это же вообще же здорово. А вы посмотрите, какой здесь бардачок. Здесь не вот так, как на гелике, она вот ходит ходуном, как не знаю кто. Здесь все обалденно. Плюс здесь еще потайной есть. Будете здесь от своей подружки 0,5 прятать. Также вот здесь по 2 стаканника. Вы думаете, это все? Нет, не все. Лепестки убираем, достаем. Вот он дополнительный. Это же здорово. Также берем вот так вот раз, и никто никуда ничего не шатается. Или смотрели обзор, как у Давыдыча, когда он Камри 70-ку показывает? Он берет и вот так вот все это трясет. Здесь нет такого, все обалденно стоит. А вот это вот беспроводная зарядка, ребят, это вообще отдельная тема. А заводится, вы видели как? Просто нажимаете на сполпина. Двигатель работает настолько четко, у меня в Субарике так... Двигатель не работает, как здесь. Да, кто-то скажет, это новый автомобиль, он потом со временем. Ребят, ну со временем мы тоже все рассыпемся и еще. А здесь вообще все классно. А здесь посмотрите, вот эта рулетка, кромка мод написано. Переставляете песок, грязь, спорт, стандарт, эко-режим, снег, трава, гравий. Чего только нету. Все для того, чтобы вы ездили с комфортом. Это же классно. А проекция на лобовое стекло – это вообще отдельная тема. Но я вам покажу, когда мы сейчас с вами будем ехать. Электрические зеркала. Значит, не обалдело. А повторители на зеркалах тоже обалденно. Светодиодные фары, ребят. Просто вокруг автомобиля. И передний, и задний. Шикарная тачка. Ездить реально можно. А штурманская ручка? Да гелик нервно курит в сторонке. Ребят, она здесь стоит так плотно. Что, не знаю, будете ехать по каким-нибудь барханам?
Вашему пассажиру реально будет комфортно. Друзья, я 1,78 м, и мне реально удобно. А здесь вот у меня ребенок поставил сразу под бутылочку. Классно. Кола 0,5 литровая, 1,5-литровая сюда помещается. Плюс здесь, друзья, 10 колонок. 9 колонок и 1 сабвуфер. А музыка играет. Ребят, просто закачаешься. Здесь кармашки. 2 USB. Плюс подогревы сидений, как я уже говорил ранее, левого, правого, заднего ряда. Класс! Далее здесь у нас футуристические вот такие вот задние фонари. Камера заднего вида. Ну, про камеры здесь вообще отдельная тема. Здесь камера вообще в 360. Вы едете за рулем, а там вид, как будто вы в GTA играете. Кто играл в GTA, тот знает. Плюс сюда добавили, друзья, электропривод багажника. Представляете? Нажимаете просто кнопку. Я, конечно, друзья, не скажу, что здесь слишком много места, но 2 больших чемодана и стринги вашей подружки, я думаю, поместятся. Ну или загрузите одно тело такое, как я. По поводу кнопочки. Ладно, кнопочки это потом. Друзья, здесь у нас розетка на 220 вольт. Очень здорово, будете ноутбук заряжать. Плюс вот такие вот крючки по 3 килограмма каждый с правой стороны. И вот здесь с левой стороны. Также розетка на 12 вольт. Здесь у нас 2 баночки уже, правда, пустые. Но, друзья, вот такие банки. Здесь, по-моему, месяца 4 штуки. С этой стороны и вот с этой стороны. Здесь у нас полноразмерное запасное колесо. Не какая-нибудь докатка, а именно полноразмерное запасное колесо. Ну, шторка это, конечно, само собой. Она имеется. По поводу закрывания и открывания, друзья. Просто берете с брелка вот так. Раз. И все. Не сказать, что он быстро закрывается, но тем не менее это намного удобнее, чем постоянно самому его открывать-закрывать. Ну, теперь идем дальше. 18-е диски, друзья. Резина 225-65R18. Здесь стоит Continental. Обалденная. Кстати, по поводу подножек отдельная тема. Они есть только в комплектации TH+. Если вы берете комплектацию попроще, этих подножек, к сожалению, не будет. Но вы их сможете докупить, там их цена свыше 130 тысяч, но проблем нет, есть деньги. Вы их себе купите, как и эту машину, как и эти подножки. А теперь, друзья, предлагаю вам прокатиться. Сперва вот по этим барханам, ну а дальше, наверное, в городском режиме посмотрим, как она там держит полосу, как она предупреждает о попутных автомобилях. Ну и все в таком духе. Смотрите, ребят, когда включаешь на R, камера раз назад меняется. Когда включаешь на D, вот так меняется. Ну, в GTA, ребят, играли? Реальная тема. Сейчас мы заберемся вот на эту горку. Ну и там спустимся вниз. У меня тут вот пассажир. Альфа-Раби, вы знаете, очень много внимания, и реально, когда ты перестраиваешься, тебя сразу пропускают, то ли тачка новая, то ли как будто ты выделяешься из всей вот этой вот серой массы, потому что только одно черное, белое, там, не знаю, синее, серебристое, все, а этот дерзкий оранжевый цвет. И, кстати, вот эти датчики, которые срабатывают, видите, датчики слепых зон,
которые показывают то, что там едет автомобиль, и водитель будь аккуратен, да, при перестроении, скажем так, в другой ряд. Также у нас идет проекция на лобовое стекло. Скорость здесь, и плюс знак показывает, который последний был. Вот, допустим, сейчас 80 километров, он 80 поймал. Здорово. Также у него есть функция удержания автомобиля в полосе. Это вообще отдельная тема. Смотрите, мы выше Nissan Juke. Смотрите, горит зеленым, и он сам будет подруливать. Видите, я убрал руки, и он сам рулит. Он сам поворачивает, и сейчас сам выровняет. Но если ты долго не держишь руки на руле, он будет писать «держите руль» и издавать вот такие вот звуки. Вдруг вы уснули. Это очень, ребят, вообще классная тема на самом деле. Да и вообще, я вот ехал с дачи, и он постоянно подруливает, ты постоянно чувствуешь какое-то сопротивление такое, что как будто кто-то с тобой вместе рулит. И это действительно классно. Он постоянно держит тебя в тонусе. Плюс вот эти вот звуки, если ты выезжаешь со своей полосы, допустим, наезжаешь, сейчас я вам покажу, тут 68-80 можно ехать. Вот я выезжать начинаю, слышите, моментально и бьет в руль. То есть он таким образом дает понять тебе то, что ты куда-то съехал, если, допустим, ты уснул. Ну, вообще здорово. Поэтому, ребят, Havel Dargo реально тема с такими-то прибамбасами и фишками. Здесь и 76, ну 80. Ну вообще, если честно, мало ему места. У него 2 литра, турбированный двигатель. Он, не знаю, так хочется на нем просто вот дать в тапку хотя бы чуть-чуть вот так вот. Мяу, и пошел. Вообще здорово. Да. Так, ребят, сейчас мы разворачиваемся и хотим сделать так называемую парковочку. Ну, чтобы Havel Dargo припарковался сам. В общем, как это, ребят, делается? Делается это следующим образом. Мы становимся, включаем на N-ку. Почему? Потому что он потом попросит включить на D-шку. Ну, по крайней мере, так. Смотрите, включите передачу D, чтобы найти место для парковки. То есть я включаю передачу D и просто начинаю опускать тормоз и просто еду. Он сам ее ищет. Смотрите, раз, нашел. Я могу остановиться, выбрать парковку, какую мне надо. Вот я хочу, допустим, вот эту. И нажать «Запарковаться». Отпускаю полностью тормоз, то есть я не держу. И руль я тоже не держу. И теперь происходит у нас магия. Интересно, честно, если немножко страхово, конечно, но как-то вот так вот, ребят, это все происходит. Здесь у нас машины еще ездят. А он паркуется. И прям я вам скажу, паркуется-то он обалденно туда, где он поймал. Только посмотрите это. Просто шикарно, да? Может, вам вот так вот будет лучше видно? Страшно писец. Хочется нажать на тормоз, но понимаешь, что техника реально умная. Все, ребят, и он сам включил парковку. И вот так вот выключил габариты, вы стоите на парковке. Реально, ребят, вот такая штука. Обалденно просто. Просто шикарно. Давайте посмотрим, как он припарковался. Мне же просто это интересно. А припарковался он вот так вот. Обалденно, ребят. Ну что ж, друзья, это был Havel Dargo полной комплектации TH+. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. А с вами был Влад и канал Тапки с пробегом. До новых встреч!